Балетная осанка. Ну, специфическое положение корпуса. Я против названия балетной осанки, как это говорят, естественная осанка. Это не естественная осанка. Расправленные и опущенные, да, совершенно верно. Это хорошо, если у вас ребенок такой вот, да? Вы ему говорите расправленный и опущенный, ну, он как-то, да, ну, он так и справится. А если он приходит уже вот такие приходят, расправленные и опущенные, он вам добавит с удовольствием.